Сара, перелет затянулся. Мало времени. Да ничего. Ты в курсе, Анна уже все рассказала? В общих чертах. Как твои дела? Да так как-то. Все тихо. Американская свобода уже на подходе, но здесь довольно тихо. Что-нибудь знаешь о Вике? Я им звонил, его привезли в Штаты. Он... Ему уже лучше, ну, немного лучше. Спасибо, что звонишь. А у тебя все хорошо? Не волнуйся за меня. Лучше я поволнуюсь, пап. Жаль, нельзя тебе запретить. Пока, Сара. Пока, пап. С новыми побрякушками. Твои спецы пашут сверхурочно. Данные с телефона Нури могут быть полезны, но их долго проверять. Значит, есть толк? Сложно сказать, пока не подтвердили. Будь на связи. Я сообщу, когда что-то станет ясно. Эй. Брикс, где ты был? В спортзале. Опять? Я бы лучше в бою тренировался, но не мне решать. Острить и правда не твой конек. Да, лучше напрямик. Скоро ты получишь свой шанс. На этом все. Ладно, я на связи. Робин. Вот спасибо тебе, Фишер. Оценил? Брось, у тебя отличная камера, новый шмот, жизнь. Когда-нибудь я выйду отсюда, и все вокруг будут думать, что я марионетка в твоих руках. Отсюда тебе дорога разве что за решетку. Да ладно, я-то думал, ты меня на курорт отправишь. Ты хоть знаешь, сколько в тюрьме живет стукач? Значит, я не ошибся. Радуйся, что ты здесь с нами. На этом все. Козел. Эй, Сэм. Чарли, спасибо за трикоптер. И в благодарность ты его взорвал. Для того он и был создан. Знаю, это не мешает мне его жалеть. Железяку? Ты не подражаем, Чарли. Это в хорошем смысле, да?
Думаю, пока все. Класс, пойду еще что-нибудь такое соберу. Будет что взорвать. Поставщик оружия и наемников для частных группировок, готовых не поскупиться. Мы уже прибегали к его услугам, желая убедиться, что ряд организаций получит от него отказ. Но он всегда соблюдает политический нейтралитет и готов сотрудничать с любой стороной. Прослушка по IP-протоколу показала, что Нури уже 2 года работает с инженерами. Мы отследили, что за переводами на его счета и за действиями инженеров стоит один источник. В связи с этим мы вынуждены считать Нури их союзником и нашим врагом. Его следует немедленно уничтожить. Даже навскидку сказать не хочешь? Анна, ну не могу я дать цифры без оценки экспертов. Одна вирулентность чего стоит? Чак, я же не прошу тебя подготовить статью в американский журнал злобных бактерий. Всего-то нужен хоть приблизительный прогноз, чтобы в следующий раз я могла уберечь от атак инженеров больше людей. Выкладывай. А не то я припомню все полномочия, данные мне президентом. Раскопаю каждый угол, но получу все, что мне нужно. Выбор за тобой. Есть только догадки. Штамм вируса наш, вирулентность большая, среда идеальная. Давай цифры. Худший расклад. Вода в кранах заражена. Пара дней бездействия, 500 000 трупов. Еще 1 000 000 в больницах. Масштаб понятен? Примерно. Спасибо, Чак. Удачи со статьей. Сегодня власти Чили сообщают об отмене договора о предоставлении территории для военных баз США. Мы требуем вывода войск США в течение 3 суток. Это самый гуманный и безопасный способ избавить организации и наших граждан от угроз со стороны черного списка. Призываем все миролюбивые страны мира последовать нашему примеру. Вот те данные, которые ты просил. Спасибо. А могли бы обойти все эти административные заборы? Разреши ты мне влезть в базу Ми-5. И нарвались бы на международный скандал, а ты бы гнил в Белмарше до конца жизни. Если попасться. Меня просветите? Номерами паспортов, полученными от Нури. Анализ сети, передвижений, финансовых операций. Тупая аналитика. Просто скажи, что нашли. Ничего. Можно было не копаться в куче бесполезных данных, только время потерял. Твою ж мать. Инженеры в Лондоне. Тупая аналитика? Браво, Грим. Все эти люди связаны с Садиком? И между собой. Спящая ячейка. Была. Они в действии. Что будем делать? Есть только один вариант. Да, пора уже пощупать Ми-5. Отставить, Чарли. Нельзя рисковать. Садик бывший британский агент. У него там могли остаться друзья. Стоит его спугнуть, и он залежет на дно. Похоже, они окопались на старом заводе. Он прямо на воде. Много позиций для снайперов. Я проработаю план. Чарли, помоги ей. Брикс? На связи. Новое дело. Веди наблюдение. Сейчас буду.
старом здании узкие коридоры. Будь осторожен. Возьми трикоптер, он поможет избежать засады. Отлично, Брикс. Я пошел. Понял. Выдвигаюсь к точке Браво. Подхожу к заводу. Внутри носили бойцы, доставшие краденые паспорта Осли. Сэм, активное движение на первом этаже. Лучший вариант – крыша. Понял. Лезу по стене завода. Брикс, прикрываешь? Есть. Я в точке Браво. На выезде грузовик. Похоже, они вывозят груз. Ясно. Сэм, впереди. Как ты? Красиво. Спасибо. На крыше. Я видел старые чертежи. Раньше здесь мололи муку, так что в северном крыле был грузовой лифт. Taking flying lessons. I'll make sure Sadiq sends flash to your camera. Don't even need to complain it now. That's because you're too dumb to know you're screwed. Who's going to come over the rooftops on a night like this? If we do our jobs, no one. Now shut your gob and get back to it. Сюда не просто тупых боевиков. А поконкретнее? Здесь опытные спецы. Инженеры-химики, снайперы, техники. Прямо сплошные звезды. Добавь в список профессиональных водителей. СМА отслеживал тот грузовик. Чувак проехал все туннели города и не один раз менял машину. Он ушел.
Его груз как-то связан с новой атакой. Ясно. Похоже, они сматываются. У нас мало времени. Еще один грузовик. Я вижу. Хоть этот не потеряй, Чарли. Юмор, что-то новенькое. Так, работайте. Я на погрузочную. Right. Trucks away, no complications. Я в главном офисе. Похоже, отсюда бежали в спешке.
бумаги из Ирана. Похоже, это код. Теперь ясно, зачем слежка за Нури. Сканирую. Похоже, мы нашли доказательства причастности Ирана. Передай их Колдуэлл и побыстрее. Черт. Грим, взгляни-ка на это. Это города, где будут совершены теракты. Что это? Грязная бомба? Не знаю. Сканирую путевой лист. Ну что, это все? Да, это все. Да, собирай людей, мы выдвигаемся. Похоже, уходит последняя партия. Прикажи Бриксу остановить грузовик. Отставить. Это последний шанс проследить за ними. Надо поставить маячок на груз. На них им защита. Не ясно, что тебя ждет. Меня готовили к худшему. Если тебя засекут, все кончено. Ты забыла, с кем говоришь? Компоненты химического оружия. Производные Вигаза. Как ты узнал? Угадал. И нашел бомбу в укупорке. Открываю. Сэм, раз эта штука в укупорке, то без нее она очень опасна. Они не должны найти маячок. Шанс только один. Даже пара микрограмм будет смертельна. Маяк на месте. Выхожу. Подожди. Что? Я перехватывал звонки, проходившие через ретранслятор возле фабрики. Грязный трюк, но... Это на западный берег. Под мостом поменяйтесь местами и выдвигайтесь. СМИ засек частичное совпадение голоса. Возможно, Садик на территории. Сбрось координаты на Апсад. Дальше я сам. Есть. Сэм, пока фура не уедет, там опасно. Я тихо. It was just fine when you drove it in this morning. I don't see what would have changed. The deep is what you're saying, and I don't want to take these chances, not with that load on board. If you're scared to drive it, I can find someone. Сэм, стрелять можно. Если здесь Садик, он будет в самом центре их штаба. Там, куда ты идешь. Сэм, Грим, грузовик пошел. Жучок работает. Супер. Отследим его хоть на другом конце света. Будешь умницей, не умрешь тут. Я за тобой слежу. Показатели у тебя так себе. Только скажи, я прибегу. Отставить. Лучше отход прикроешь. Наша главная цель — Садик, а не я.
высокое давление, одышка, тахикардия. Сэм, все это симптомы действия нервного газа. Я в норме. Я пошел. Радушный прием. Я отдавал приказ? Я думал... Теперь ты запомнишь. Нори привел тебя сюда. Так у тебя еще есть друзья в разведке? Поздравляю. Отвечай на вопрос. Сдайся, и, может, будешь жить. И кто же ты? Явно американец, только... А это что? Керамбит. Поучился из-за границы, а? Ты спецагент, но на тебя ничего нет. Человек-загадка. Кто ты такой? Тот, кто тебя убьет. Ба! За то, что я вне закона? Что не просто так убиваю? Выходит, мы с тобой похожи. Ты убиваешь невинных людей. Потому что твой... Президент посылает вас туда, где вам не место! Пошел ты! Где твои люди? Это Макаров. У тебя один патрон, и он тебя не спасет. Уверен? Одного как раз хватит. Вали его, Брикс. Чёрта с два, Сэм. Стреляй! Ну! Брикс, сделай что-нибудь. У Сэма почти нет пульса. Ты ошибся. Беги за Садиком. Это приказ! Выжил, а тропины недостаточно. Быстро на крышу. Сэм, ты как? Убираемся отсюда.
Это что за терминаторы? Дымовые! У них тепловизоры! Их много, в открытую не одолеть. Я их отвлеку. Зайди сбоку и мочи их. Как, Сэм? Сэм! Вы почти у цели. Бегом в двойные двери. Они не пускают нас наверх. Чисто! Все чисто! Грим, маяк на месте! Вертолет вылетел! Держи свой нож! Сэм! Ты мог убить его! Садик был наш! Что мне было делать? Закончить дело, Бикс! Нет ничего важнее! Ни я, ни ты! Ничего! Отвали! Все, Брикс. Больше я тебя не беру. Перспективы? Тебе надо отдохнуть, но показатели уже в норме. Не я, Садик. Ушел. Но маяк работает, так что мы отслеживаем контейнер. Сэм, нет. Отдыхай. Мне нужно просмотреть наши данные по Ирану. Президент вчера придала их огласке. Страна жаждет крови. Тогда почему мы здесь? Грим не верит, что Иран замешан. Тебе не надо калибровкой заняться? Что? Когда инженеры оставляют за собой след, это всегда ловушка. Мы могли их спугнуть. Знай, Садик, о нас, его бы там не было. Мы не можем по ошибке вовлечь страну в войну. Ты права. Ошибаться нельзя. У нас много работы.